Так, здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Химик GT. И я тут, короче, ребят, посмотрел все серии Halo. И у меня есть обзор и мнение по нему, да? Короче говоря, я сейчас расскажу, что я. Мне в этом сериале что понравилось? Ну, я с плюсов начну, да? Мне понравилось то, что они тут такие немножко, типа, отсылки сопротивления, типа, против вот этих вот спартанской, ну... Экон, я, ну, короче, вы поняли, о чем я говорю. Сопротивление показали против спартанцев, и типа то, что они же против ковенантов, а те думали, что нет, и, короче, они думали то, что они враги, а оказались, что они, наоборот, друзья, это очень прикольно показали. Это, в принципе, показали и в другом сериале, который был под названием «Halo, идущая к рассвету». Там тоже был, типа, с кадры с ODST, типа, по-моему, с десантника тоже показали, они удивились, как это они вместе бьют сопротивление с ODST, типа, шаниш, враги. Вот. Прикольный был вот этот момент, да, показали. Потом, мне не очень понравилось это, как вот эта девчонка, будем говорить, азиатской внешности, вот это, если бы это бы не было, было бы, конечно, поприкольнее. Ну, было бы поприкольнее. Спецэффекты в этом фильме, ну, наверное, такое себе, среднячок, я вам скажу. Мне не очень они вдохновили, да? Потом, что про спартанцев сказать? Я думаю, что спартанцы, и вот, скажу так, Кейт вот эта вот, которая спартанцев с Мастером Чипом вместе, да? Мне она показала, ну, она прикольный персонаж мне показался, я бы сказал, что неплохой. И такое ощущение, как будто из пятой части, что ли, взяли вот эту вот хрень. Ну ладно, это не хрень нормальная. И вот это вот, то, что там какие-то сопротивления, типа лидеров каких-то хотели там сделать, мне это тоже было непонятно. Прикольная Кортана была в этом сериале. Прикольно сделано. Мастер Чип вначале показался прикольный. Очень мало, к сожалению, в этом фильме боевок. Вот, по-моему, в первом эпизоде, во втором это было. Не, в первом, по-моему, в пятом и в последнем вот. И все, очень мало боевок было. Прикольно показать. Вот не знаю насчет Кэтрин, этой вот, которая главный Кэтрин. Не очень мне доктор вот это вот. Вдохновился я и не очень понравился. Прикольно то, что Мастер Чип показали, типа, его видение вот это вот. То, что когда он был маленький, типа. Прикольно по канону показали то, что как клонов их них меняли. Это тоже было очень даже прикольно, я бы сказал, неплохо. Вот. И еще я думаю, то, что, ну, актеры прикольные есть, тут два, да. Ну, я думаю, то, что спартанцев покажут, типа, каких-нибудь больших дядек возьмут. Спартанцы же огромные, типа, мускулистых, больших, вот. Так что как-то так. Кортана прикольная получилась, мне она тоже очень понравилась. И понравилось то, что, ну, еще то, что спартанцы... На удивление подчиняли всем приказам, ну, в конце сериала, они, типа, поменялись такие, типа, нас обманули, чё, мы не поняли юмора, ну, вот это вот. И то, что у Мастера Чипа какая-то там вот такая была, типа, влюбленная там вот такая, типа, там, какая-то, знаете, мистика, типа, ох, как хорошо, типа вот этого, вот. Такая небольшая интрига скандала расследования. Ну, для меня фильм, знаете, так показался. Такой, среднячок. Не знаю, ну, мне он как-то не вдохновил. Я думал, что-то будет крутое, ну, средний. Мне больше вот... Я сравнивать не буду, я просто говорю, что вот «Идущий к рассвету», Halo, который был Halo, мне он больше понравился. Хотя там не такие крутые спецэффекты, ну, все равно. Как так? Я ему поставлю, ребят, оценку, наверное, 7 баллов. Может быть, мое мнение будет не совпадать, ну, как-то так. Ну, такой проходняк средний, можно, конечно, посмотреть, ну, на любителей. Я, конечно, уважаю все вселенную, все, ну, мне, честно, не понравилось. Так что, ребят, с вами был Химик GT. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Всего хорошего, всем пока, до новых встреч.